Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. А на улице осень. Все засыхает, листья опадают. Ночка была еще та. Как обычно, нас обстреляли. Ракеты летали, их сбивали, они взрывались. Слава Богу, без погибших. Сегодня 2 вересня, детки пошли в школу, бедненькие не выспались, тягали их родители по бомбоубежищам. А что делать? Такая страна-соседка говорит, что мы нацисты. Еще нужно разобраться, кто мирное население обстреливает. На улице 30 градусов, и я иду на пляж. Небо чистое-чистое, ни одного облачка нет. Едет мой уже транспорт. Сейчас будем грузиться и на Днепро. Приехала я уже на Днепр. А здесь играет такая музыка классная, паричка. И впереди меня встречает, о боже, такое чудо. Моя ласточка, курочка. Привет, красавица. Идешь на пирожки? Идешь в гости? Куколка красивенная такая. Ох, ну это музыка. Авторские права. На удачу встретил меня павлин. Боже, какой он красивенный. Яскравый. Ой, боже, опять скажут, не говори на украинском языке, говори по-русски. Другая напишет, размовляй украинскую мову. Друзья, вы определитесь. Вы же мне должны указать путь, как я должна размовлять. Ти украинскую, ти российскую. Может быть, вам на английской шпарить? Я могу. Ой, беда, да и все с вами. Днепр, красавец. Людей очень мало. Можно сказать, раз, два, три и все. Подружка придет попозже. Проверю, какая там водица наша. Зеленая или нет. В этом году нормальная. Поднялась водичка или нет. Сейчас проверим. Песок грязный, видите какой. Никто не убирает, потому что пляж наш не открыт официально. И поэтому никто не убирает. Ой, наверное, зеленая была. Смотрите. Все зеленое. Берег наш зеленый. Ну, нужно подойти ближе к водичке и посмотреть. Зеленое море, зеленое. Такой берег. Ужасный. А вода чистая. Такая зябь, ветерочек. Еще тепленькая. Ну, на улице 30 градусов. Уже как красиво. Рыбачка Соня ловит рыбу.
Зелена, зелена. Как нарисованная. Вот и закончился еще один день из нашей жизни. Хотела сказать хуже, ну ладно. Борисфен наш ушел. Вода чистая, а на берегу все так и осталось голубое. Голубая луна. Так красиво. Тепло, хорошо. Но сейчас солнышко спрячется и уже становится прохладненько. Прощаюсь с вами. Это было короткое видео. До новых волнующих встреч. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.